Хочешь поучаствовать в конкурсе на 50 тысяч кристаллов? Тогда тебе нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать свой ник в комментарии. Более подробная информация в описании. Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и сегодня я записываю видосик по танкам онлайн. Ой, да ладно, серьезно, да, танки онлайн? Да ладно. Короче, сегодня, короче, мы записываем, ребят, самый масштабный в истории танков онлайн, спаси голд. Ну, я не знаю, что это получится, будет без мин, но это будет просто самое-самое-самое масштабное, что вообще существовало в танк онлайн. Вот, короче, мне в этом всем помогать будут легенда. Здорово, бандиты. Кукарику Раккаунт. Всем привет, ребят. Скилл Китая Москвы. Всем привет. И дедушка Хатабыч. Всем привет. Вот, короче, у тебя такая микрофон, как будто ты реально дедушка. Короче, ладно. Вот, и, ребята, у нас вернули карту Хэллоуин, и почему бы не воспользоваться шансом и не снять какую-то прикольную рубрику видос классный замутить, и вот мы поэтому решили. А любезно согласился Раккаунт, говорит: пацаны, я куплю голды, пацаны, я кину. Я говорю: Раккаунт, сколько ты, десяточку кинешь? Такой: нет, пацаны, я кину 101 голд. Я такой: Раккаунт, не надо. Он говорит: да, надо, Лёха, надо. И он, в общем-то, заставил меня, и он захотел кинуть, вот. Потом он, естественно, еще купит на Раккаунт. Раккаунт. Короче, Раккаунт говорит: да. Короче, ребят, давайте мы сейчас будем закидывать голдами эту карту, полностью всю карту. У нас будет 101 голд от Раккаунта. Так, Раккаунт, давай, поехал. Первый голд. Давай. Да, давай все сразу. Ну давай все сразу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Только ж ты там не перекинь, у тебя что больше. Смотрите, ребята! Да, просто по КД, сука! Смотрите, точки появляются, ни хрена себе! Охренеть! Я только кинул 50 голдов. Охренеть, чуваки! Подожди, стой, ты сколько уже кинул? Вообще жестко так! А ну уедьте, ребята! Смотри. Ты только 101 кидай! Вот одна точка в центре. Охренеть, летят голды! Офигеть! Посмотрите, я в раю отвечаю, точек. Я в раю. Я вам отвечаю, чуваки. Аккуратно, только не станьте на голды. Офигеть, пацаны. Скрин, быстрее скрин. На, офигеть. У меня эмоции просто настолько зашкаливают. Ребят, не ввендритесь, не балуйтесь. Посмотрите на это. Ну просто посмотрите на это. What the fuck? Они еще летят. Они еще летят и летят, ребята. Реально, как этот, тыква, смотрите, вот наверх встаньте. Да, сейчас посмотрим. И, ребят, я в тот раз тоже обещал вам, что я сделаю это. И я, короче, не знал, что будет именно тыква, и я сбросил 60 голдов. В итоге просто не получилось насобрать тыкву, но реально, я бы, если бы знал бы, что тыква получится, я бы купил бы еще, скинул бы голды. Ну, блин, вот такой вот фейл получился, к сожалению, и вот. Ну, короче, это не важно, сейчас мы эту тыкву все-таки соберем. Сейчас я вот, видите, ребят, просто сколько здесь голдов, просто они блестят. Так, ну тогда не надо выпендриваться. Давайте сейчас все аккуратно выйдем. Там же вроде бы, если скинуть все голды, всю карту забить этими точками, то у нас получится... тыква получится, тыква! Офигеть! Так, а ну, уйдите, чуваки, ну. Ну, Коля. А ну. Офигеть, реально тыква. Реально тыква получилась. Блин, это прикольно, кстати. Эти разработчики специально сделали так, чтобы игроки пробовали и забивали всю карту. Это, считай, сколько? Это 100 голдов? Это у нас сколько? 102. Это 3000 рублей, да? 102? А, 102 голда Раккаунт кинул. Еще, кстати, 10 як... У меня 10 еще есть, поэтому я, наверное, докину их. И у нас будет 112 голдов, самый масштабный в истории танков онлайн. Спаси голдик. Ну, наверное, спаси голд. Я не знаю, что это вообще будет. Что мы решим? Мы будем... Это, кидать голды, да? В смысле, там приглашать кого-то и будет спаси голд, да? Я сейчас это, короче, скрин в группу выложу. Ну, в вот даже отсюда, если посмотреть, то можно, в принципе, понять, что это какая-то тыква такая. Лёх, смотри. Что? Сделать СГ это просто тупейшая идея. Просто они за секунды все заберут, понимаешь? Это будет очень глупо. Так, Хатабыч, уходи оттуда.
Запиши меня на домик, пожалуйста. Давай. А что ты предлагаешь? Короче, смотри. Тут больше идей нету, в принципе. Либо СГшку надо, либо забирает, не знаю, спонсор, то есть можно идти. Лучше будет, короче, забирает битанг, все. Всем пока. С тобой. Да не-не-не. Всем пока. Да не, это будет, мне кажется, очень сильно тупо, в принципе. 100 тысяч кристаллов, это считай, у меня будет. У меня и так уже 334, это будет у меня 434, да? И у меня еще чуть-чуть хватит на XT, да? Ну все, забираю пацаны голды. С вами был Big Tanks и всем пока. Всем спасибо, всем пока. Да не знаю, может что-то замутить интересное. СГ это не вариант, потому что просто за секунды их просто не будет, честно. И это очень жалко смотреть, честно, сольги голдов. На халяву получать это жестко. Просто самый такой нормальный вариант это поделиться пополам. Так меня не стреляйте. Неплохо так. Нормальный вариант это поделить пополам, пацаны. Давайте поделим пополам, все будет нормально. Нормально же общались. Почему пропадает голдов? Что? Так не стреляйте только в меня, ребят. А ты где? Я на центре возле голдов катаюсь. Не стреляйте. Просто они так блестят, наши глаза болит, ё-моё. Просто ну чё, вот... ребят, чё с ними делаем? Мечта каждого танкиста. Короче, мне предлагаю, просто берем сейчас все шафты, рельсы и тупо сносим всех, кто будет заходить. Они будут брать, сразу повторяю, будут брать сразу по 10 голдов каждый, считай. Как только зайдут, они сразу будут брать сотнями. Я тебе говорю, это смысл, скажи мне. Ты просто подаришь им дохренищий голд. Так, ребята, до нас тут походу дошло, что это не все зоны. Я сейчас кину голд, проверю. А, вот да! Еще появился. Где? Да, вот еще. Раккаунт это вот, не вот, все. Вот, раккаунт, ты что закидалово? Ты что, обманул нас? Вот тут появился, видишь? Еще десяток как минимум есть. Да, вот, да, я тоже. Кидаю, ребята, я кидаю еще голды, вот. еще кидаю. И крутые. Точки появляются, смотрите. Офигеть. Лол. Все, вот это была последняя, вот это только что было, вот это лишняя, которая, она сейчас просто не появится и все. Все, вот это теперь, вот теперь точно, это у нас сколько, 100, я сейчас скинул 110 голдов. Ну, в смысле, не я кинул, в смысле, мы кинули. Ребят, 110 голдов и большая, огромнейшая и очень дорогая тыква ваша. Всего лишь 4000 рублей. Да, тыква большая, тыква в виде голдов. О, теперь полная карта, просто полная. Тут и по бокам, и за, смотрите, и за киллзона, и вообще столько точек, просто 100, получается, 10 точек, или 109, 110, или 109. 110 точек, а нет, даже меньше. Короче, либо 109, либо 110, ну точно не 118, как писали и так далее. Охренеть, просто жесть. Возьмите. Короче, за такое лайк, подписка и все такое. Давайте, смотрите, я сейчас возьму голд, и на это место упадет этот же. Смотрите. Хоп. И Бигтан сбросил. Этот, и только я кинул, смотри. Все, раккаунт, да все. Еще раккаунт. Все. Скоро будет брошен. Да. Вот, два голда мы взяли, и два голда упало. Вот видите, то есть это. Теперь это 100% полная карта, видите? Лёха, сколько ты голдов скинул? Я кинул 8. 8, да? Да. То есть. На карте 109 голдов. Да все уже полная карта, да. Ребят, 109 запомните. Голдов. Ребят, я только что слил ссылку, и у нас сейчас уже один зашел танкейс, вот, все, уже 2, люди 3, заходят, вот, заходят. 3, 4. И, так, короче, ребят, вот за это реально нужно поставить лайк, подписку и вообще, просто, вообще, все нужно вам сделать. Вот, один взяли уже, ну, короче, второй, третий, подписчикам скинули, бейте, ну, ребят, бейте. Вот видите, чувак, в центр заехал, смотрите на него, он просто, он с аптеками. Слил, бля, смотрите, вы просто шафтами бейте их, и все будет нормально. Да, сейчас все бьем. Короче, мы поздравляем всех этих подписчиков, которые берут голды. Вот. Вот, кстати, неадекватно шафт на диктаторе зашел, смотрите. Ребят, вам просто безумно. Да, это повезло, кстати, тем, кто вообще вот зашел, просто им респект. Смотри, смотри, по КД собирали, чувак. Смотрите, чуваки, смотрите, сколько он собрал. Охереть. Лол, вообще просто. Откуда он берет? Короче, мы просто... Они взяли 102 голда, почти 102 голда, где-то за сколько там, за минуты до 2, наверное. Да меньше. Бейте, бейте, чуваки. Давайте, давайте, ну. Да бейте по диктатору, ребята. Фу. Чуть тебя не взяли, да? Да, я замил. У нас тут были мысли такие, чтобы просто взять эти голды и все. Но, в общем-то, мы переубедили друг друга, что это не очень есть хорошо. Вот, поэтому ребят, мы только для подписчиков. Только вас. Ради только вас, честно.
Да, 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 поэтому за это реально большущий лайкос, ребят, и подписка на канал. Потому что такого, ну блин, это капец. Просто самый масштабный, спаси голд, 111 голдов, ребята. Ну 113, ребят, вообще. Это все, 113 это все без мин. Потому вот, что. Да, стоп, подожди, 111 всего точек, да? Ну да, всего да. Было 113 голдов мы скинули. Так, мне кажется, больше всех взял негоду, да? Да, я думаю, там какой-то чувак вообще опасный. На ему. Нет, он все-таки забрал. Ну все, сколько там голдов осталось? А, давайте подержим на мосту. Держу вот тут свои, я тут их заменил. Давайте на мосту подержим. Я прям тут заменил, чё тихо. Смотри, а чё это лагерь какой-то, смотри какой. Да, 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 да. Это он мини, это он мини ставит. Нифига, он читер. Да тут какой-то ур аккаунта. Кстати, тут еще. Короче, писец. Эй, не, не толкай, только не толкай. Не миньте, не миньте. Да все, он забрал голд. Еще, короче, сзади, сзади Хаттабыч. Хаттабыч, сзади! Сзади! А, все. Сколько еще осталось? А, раз, два, последний три, четыре. Четыре осталось. А, четыре? Да, еще четыре голдика. Прям миним, короче, последний, прям миним. Нахер. Последний, последний голдики. А что это за четырёха, блин? Вообще просто жестко. А прикинь, сейчас у какого-то чувака тут крит ошибка выйдет. А там, кстати, один, ну минимум, наверное, 1040, наверное, взял где-то. Может даже 50 тысяч кристаллов. Мне кажется, это так. Блин, знаете, ребят, какая соблазна была? Легенда, ты тут? Легенда? Да-да, конечно, брат. Как я могу уйти отсюда? Ну, кстати, да. Да. Просто везучие, я не знаю. Да. Как можно таким... Ну да, мы, кстати, не было никакого ни поста предупреждающего, просто слили ссылку и всё. Всё, видите, он забрал этот голд, еще этот забрал. И вот это сейчас еще последний он заберет. Он больше всех взял. Да все, бейте его нафиг. Да, последний голд, ребят. А, два еще. Нет, два. Я на мосту прям заменил. Два еще голдика, да. Ну все, сейчас забирают. Короче, они сейчас забирают, и у нас как раз стрим будет. Я пойду расскажу это все на стриме. А, Леха, отправь этот... какой там вопрос недели? Да я не помню, что там, мне пофиг. Куда? Смысл отправлять. Давайте докинем... Ты 50к выиграл. Что? Ты 50к выиграл. Какие 50к аккаунт? Что ты несешь? Давай защищай. Что-то аккаунт там уже глючит погоду, клинит. Чувак 100 голдов кинул. Что-то я какие-то 50к. Аккаунт, чувак. Нам как бы, ребят, вот многие пишут, типа, вот, там такие всякие. Ну вот, думаете, прикольно, если бы мы просто так это кидали? Ну это вообще не прикол. Только вот, для подписчиков реально, то есть это как бы вообще не жалко. О, а что-то он меня убил, да? Минами, понятно, все. Так, короче. Конечно, был здесь один неадекват на диктаторе. Да, да. Да, ну, в принципе, он там мало взял, поэтому вообще пофиг. Бейте его, бей. О, нифига, это что за чи... А чё они все какие-то читеры? Мы кого-то читерам отдали. Блин, дайте... Ой, фу, нормально. А у одного чё, просто вечность? Дай Арман пусть заберет, у него вообще мало. Голдов. Да, Арман мало взял, давайте Арману отдадим. Молоту тоже не давайте, он это херище забрал просто. Да, вот этот дофига взял, чувак. Да-да-да. Вот этот гангстер вроде бы тоже довзял до хера. Он собирал за нас. Давайте этому, как его, выжить такой, Васпа Гром. Да, давайте. Давай. Васпогром. Вон он едет, вот он едет, вот он, ребят. Не убей только его, вот Армана. Да, да, да. Ой, он сам убил. Да я спасну, и он сдох, он аптеки походу. Он да настолько... вон, танкин съедет. Отлично, отлично. Да. Сзади там танцер какой-то. Короче, защищаем. Да сзади, Ракаун, поверни свое хлебало. Вот. Давайте вот этому отдадим маленькому. Да, все, все, пусть. Давай, маленький, забирай, забирай, забирай. Забирай. Не минус. Забирай. Армен едет, Армен едет. Идущий Армен, забирай голд, брат. Отдай ему. Таскил, это Арман, не бейте его. Не бейте его. Зачем вы своими куриными лучами наводите на него? Давайте, пускай берут. Там ник. Диктатор. Фу, слил. Диктатор не надо. Это чувак какой-то потерянный все могилки собирает. Ну давайте, ну чуваки, ну собирайте последний давай год. Маленького, маленького даем. Смотрите, я в петушатник попал, одни шафты. Хо-ка-ли-ку! О, нифига себе. Все, он заберет. Не, не заберет. Нет. Да о, дайте мне. О, вот это подайте, отдайте ему. Давай его. О, вот это вообще не взял. Блин, да что ж такое, а, последний гол. Давайте лесу, короче, даем, он вообще мелкий. Ну, пускай пусть. Давай ему даем, давайте ему. Все, давайте. Давай, давай вот это. Подсади его. Давай. Не значит. Давай, проезжай, проезжай, проезжай.
Давай, Писюн! Ну, опа! Он взял! Полетел. Тут еще секунду не успел бы. Короче, ребят, просто за это лайк, подписка. Давайте навалим здесь дохерища лайков, и на ближайший праздник я создам точно же такой же конкурс, и мы такое же подобное что-то сделаем интересное. Поэтому вот, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо аккаунту. Огромнейшее, преогромнейшее. Братан, тебе прям огромнейшее спасибо за голд. Спасибо легенде за то, что защищал. Спасибо Хатабычу, Скилл Москвы, и вообще всем, кто участвовал. И им тоже спасибо за то, что они взяли эти кристаллы бесплатные. Вот. Поэтому все, всем удачи и всем пока. Всем пока, ребят. Всем удачи, пока. Да ладно, нормально, чего? А чего вы так плакали?